Владимир Уйба провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Коми. Были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жителей региона. На территории Сыктывкара были зафиксированы случаи вербовки наших граждан с целью совершения поджогов жизненно важных объектов и дестабилизации обстановки в нашем регионе. Сегодня под особым контролем транспорт, общественные места, предприятия. Усилена работа по обучению педагогов и психологов по вопросам профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среды. Поставил глава Коми задачу по выработке дополнительных мер. Для предотвращения массовых беспорядков, в том числе на почве межнациональных и межрелигиозных отношений, а также для предотвращения распространения экстремистской идеологии сепаратистских, ультранационалистических настроений, продвижение идей радикального ислама, вовлечение мигрантов в террористическую деятельность, необходимо выработать дополнительные меры –